страна ФМ. Друзья, 10.07, точное московское время, телерадиоканал «Страна ФМ». Вместе с вами доброе утро, меня зовут Влад Кутузов. Ну, я как говорил, сегодня у нас, я не один в эфире, у нас гостевой час, прямо сейчас, так это правильно назвать. У нас в гостях Кристина, как это правильно сказать, Кристина? Фронтмен, лидер вокали... Фронтвумен, фронтгерл. Ну, не совсем уже герл, конечно. Ну, ладно, ладно. Группа «Аспен», да, говоря проще, у нас в гостях. Привет тебе еще раз, спасибо, ждали, все случилось в хорошем смысле этого слова. Я хотел вот чего начать. Вы же были у нас в гостях в ноябре. То есть это буквально, ну, почти год, да, уже назад, там, без малого получается. Ну, да. 9 месяцев. Такая странная цифра очень. Вы были с концертным залом. Да. Что за этот период нового произошло? Вот что ты сейчас можешь рассказать? Что-то у вас прям вот какие-то такие веки, свершения, достижения и так далее. Ну, у нас, кстати, много информационных поводов. Мы о них попозже поговорим, да, вообще. Кроме этого. Кроме этого, на самом деле, произошло очень много всего. В первую очередь у нас сменился состав. Это, наверное, такое из глобального, да? Потому что до этого с нами играл наш друг Алексей Кузнецов, а сейчас мы вернулись к первоначальному составу. И теперь барабанщик у нас Никита Лукьянов. Это тот человек, с которым мы образовывали группу изначально, на вот изначальном этапе. Слушай, если ты позволишь, я по ходу буду тебя прерывать, потому что мне все интересно. Конечно. Почему составы меняются у групп, в частности, у вашей? Вот по какой причине? Не сошлись, творческие разногласия, как люди не нравитесь друг другу? Вот что происходит? Ну, во-первых, это человеческий фактор, конечно, всегда срабатывает, потому что иногда кажется, все, да пошел, там, или наоборот, там, ну, какие-то разные вещи, да, но изначально, когда первый раз, почему мы поменяли состав, поменяли Никиту, потому что мы как-то такой пришли к ссоре. Сначала у нас было все, жили мы душа в душу. Очень дипломатично, мы пришли к ссоре. Ну да. Вот, а потом, спустя какое-то время, мы уже выросли, прошло достаточно много времени, все повзрослели и решили, что все-таки вместе нам лучше. Он на презентации нашего EP, собственно говоря, с которым мы были в ноябре у вас в концертном зале, он сделал предложение своей девушке Кате на нашем концерте. Мы подготовили трек специально ее любимый, и во время этого трека он встал на колено и сделал ей предложение. Вот. Но пока мы репетировали вот этот трек, мы вспомнили, как же нам было все-таки, из-за чего мы начали создавать группу. Вспомнили, как это было классно, и решили все-таки вернуться к истокам. Поэтому вот сейчас мы вместе, и вот это из такого глобального. А так, лето у нас было очень продуктивное. Мы побывали на многих летних фестивалях. Некоторые произошли очень интересным образом. Например, фестиваль «Тамань», который проходил в станице Голубицкой. Ой, слушай, вот эти курьезные случаи, это все, что мы любим. И особенно любят слушатели. Да, что... Вот здесь можно рассказывать бесконечно. На самом деле, это даже, мне кажется, не только для слушателей интересно, и просто для самих музыкантов. Потому что, ну, классно, конечно, фестиваль, концерт, но все-таки, когда есть что-то такое трешовое, оно запоминается намного лучше. И в тот день, когда мы должны были выступать 4 августа, ну, как сказать, ураган, я не знаю, смерч, было все. В общем, море вышло из берегов, поднялся сильный ветер, и отменили все наши выступления, но у нас были друзья, группа «Уна», которые должны были выступать в тот день, единственные, которым удалось выступить, и они меня пригласили на один трек, и мне тоже... Я тоже удосужилась внимания этого. Это, то есть, они отыграли, и после этого вот это все началось, не Настя, нет, да? Нет, нет, это было во время. А, во время это было этого во время, даже. То есть, летали световые приборы, катались комбики, держали барабанную установку, то есть, тарелки улетали. Слушай, ну это рок-н-ролльная тема вообще. Это прям вообще, да. Это круто, ну, вообще. Об этом некоторые могут только мечтать, а у них этого не происходит, у вас это произошло. Да, поэтому я говорю, что это было вот очень круто, и это такого из того, что запоминаешься. Так вот, все концерты прошли очень классно, тоже из запоминающихся фестивалей, это фестиваль «Улетай», на котором нам удалось выступить аж 3 раза, потому что мы были заявлены там в конкурсной программе. В смысле, за один фестиваль? Да, вы, за один 3 раза. Мы выступали 3 раза. Вот изначально у нас нам не получилось встать в полноценный лайнап, который был заявлен заранее. Мы были участниками конкурса, то есть региональных отборов, и от Москвы мы победили и поехали на фестиваль «Улетай». Там мы выступили в конкурсе,
И из этого, из конкурсанта выбирали одного, кто выступит на главной сцене после группы «Тараканы». Выбрали, естественно, вас. Выбрали, естественно, так. Нас. Да, то есть это второе наше выступление. Еще у нас была очень удачная акустическая программа. Мы играли в 2 часа ночи в акустическом клубе там же на Улитае. И это просто вот тоже вот очень яркое впечатление, потому что был очень красивый рассвет. Когда мы уже закончили играть, там было 3 там с копейками. Вот. Красивый туман. Удмуртия просто супер красивая. Лес прям прекрасный. Ну, природа прям вообще божественная. И был очень красивый рассвет, когда мы закончили, начали фоткаться и готовиться к следующему дню. Слушай, я чувствую, сегодня очень много интересного расскажут. Как-то хорошо у нас началось сегодня. Хорошо идет. Давайте прямо сейчас посмотрим клип группы «Аспен» и песни «Быстрее ветра». Отлично. Мы можем это сделать отлично, прямо сейчас. Можно. Так что, друзья, класс. Давайте смотреть и слушать класс. Все это на телерадиоканале «Страна FM». Прямо сейчас поехали. Первый и единственный в России телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Ну и снова, друзья, доброе утро, мы к вам вернулись. Мы, потому что нас двое, Кристина из группы «Аспен» сегодня у нас в гостях. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Слушай, ну вот давай по горячим следам прям. Мы посмотрели клип на песню, которая называется «Быстрее ветра». Песня вышла в апреле и в августе, да, вот совсем недавно, буквально месяц назад, даже чуть поменьше, вышел клип уже на эту песню. Ты мне сказала, что есть 2 варианта этой песни. Даже, на самом деле, есть 3 варианта. Вот еще вспомнила, короче, еще про один вариант. Почему их так, почему песня одна, вариантов 3? Скажи мне, пожалуйста. Изначально песня у нас вышла в том варианте, который у нас есть на iTunes. Она не в акустическом варианте, который мы сейчас смотрели и слушали. Она в таком электронном роково-поповом. Электронно-поповый, да. Кстати, это копирайт, оформи обязательно. Вот. Потом мы сделали версию на английском языке. Потому что вот мне, например, очень нравится, как некоторые треки преображаются, как только поменяешь язык, и просто уже как-то звучит совсем по-другому. И плюс еще у нас есть небольшая, но есть уже аудитория в других странах. Вот, и поэтому я стараюсь новые релизы всегда переводить все-таки на английский язык, и как бы для себя, и для слушателей, которые не понимают, например, русского языка. Вот. А потом мы сделали еще третью версию. Она обусловлено именно клипом, потому что мне хотелось сделать клип. Песня в оригинале длится там 4:20, что-то такое. 10 вот. Было поменьше в этом варианте. Ну да, в 2 раза почти как минимум. Почти в 2, да-да-да. Вот. Но почему у нас такое решение произошло? Потому что на самом деле идея в этом клипе настолько масштабно глобальная, что мы бы не смогли ее снять вот теми силами, которые у нас на данный момент имеются. Вот. Для того, чтобы снять то, что хочется сказать этой песней, нужно огромное количество средств, усилий и людей. А давай здесь копнем поглубже. Так. А вот в идеале что хотелось сделать? Вот почему это получилось так неосуществимо? Такие вселенские масштабы должны быть? Или дорого по бюджету? Да, или да, что да, вообще? Да. Во-первых, спецэффекты? Нет, что-то не очень спецэффекты. То есть у нас есть ресурсы, но нет ресурсов финансовых именно. Мы как бы стараемся делать все своими силами, естественно, да, вот, но для того, что хотелось сделать, мы бы не смогли это просто потянуть, вот. Но я не буду терять надежды о том, что когда-нибудь мы это сделаем, поэтому версия вот сейчас такая немножко другая произошла в клипе. Возможно, когда появятся средства, мы реализуем то, что хотелось сделать изначально. Вот. Но сейчас, к сожалению, вот так как есть, и я очень довольна результатом, потому что мы сделали этот клип своими силами вдвоем с нашим другом Андреем Максимом, другом-режиссером-оператором. Вот. Что хотелось передать здесь, это, наверное, атмосферу погрузить. Погрузить в атмосферу внутреннего состояния и попросить, наверное, каждого человека заглянуть внутрь себя. То есть, потому что здесь текст в припеве «Не обманывай себя и не сомневайся в том, кто горит белым светом, кто бежит быстрее ветра». Да? То есть здесь говорится о том, что человек не должен сомневаться в том, когда он искренне чувствуют, что так и должно быть. Но это философская история. Ну, философская история. Слушай, да. Я вот смотри, о чем хочу спросить. Я так понимаю, что все-таки песни возникают, когда, ну, где-то в глубине души, когда где-то очень глубоко, да, не все просто, скажем так.
Я почему спрашиваю, потому что я недавно спрашивал у музыкантов, у других задавал им вопрос. Я спросил, задал простой вопрос. Вы пишете, когда вам хорошо или когда вам плохо? Они говорят, да у нас плохо никогда не бывает, у нас всегда хорошее настроение. Я так чуть-чуть удивился. Потому что, ну, как-то музыканты обычно, они как-то поглубже переживают всю эту тему. Почему? А тебе не кажется, что вот человек, который оптимист 24/7, это... Что-то в нем не то, что-то да? в нем не то в этом Нет, человеке. Нет, возможно, я, наверное, не верю в то, что человек может быть 24/7 оптимистом. Это для окружающих, возможно, его... это он решил, что так вот будет себя вести. Там было похоже на правду, поверь мне просто да? вот на слова. Да? Нет, ну не знаю. Ну, возможно, где-то все-таки есть какие-то внутренние искания, переживания и так далее. Потому что если человек не хочет себе что-то изменить, и ему не к чему стремиться, наверное, он уже устал. И надо отдохнуть, соответственно, срочно. Ну, что-то такое, да. Потому что, мне кажется, это жизнь, это все время какое-то ковыряние в самом себе, да, и учение о самом себе и какое-то развитие в том, что... Ну, то есть это каждый день нужно развиваться, узнавать что-то новое для того, чтобы не останавливаться и не уставать. Слушай, ну, главное не закопаться вот окончательно, потому что там все... Вот это вообще там... Здесь, конечно, нужна мера такая своя. Другая история. Ты сказала о том, что переводила песню на английский язык, да? Вот скажи, существует мнение, есть категория артистов, которые говорят, ну, русский язык, он не для хорошей, качественной музыки. Но невозможно вот русский язык положить... Ну, не звучит он так, как звучит английский, например. Например, как ты, это правда, нет? Я думаю, что это стереотип. Все-таки, потому что, когда мы слушаем, мы все равно же не носители английского языка, да, мы не все понимаем. И если переводить многие английские песни, там не всегда все так гладко и всегда все прикольно, да? Я даже не про перевод, а у нас же много шипящих вот этих, да, всяких R-буквы часто встречаются. У нас сложнее, потому что у нас больше претензий, потому что мы понимаем досконально все, где как, но да, и у нас сложнее подобрать правильный текст с правильным смыслом. Вспомнила, не такой певучий, вот они о чем говорят. Ну, не такой певучий, возможно, но все равно, мне кажется, это какой-то такой стереотип, потому что, не знаю, понятно, что мне тоже нравится на английском языке, и понятно, но мне все равно кажется, что это такое предвзятое немножко отношение. Вот так. Потому что весь мир поет на английском, возможно, индустрия вся на английском, да, и вот поэтому английский такой классный. Но кто... Ну, понятно, что Америка установила нам такие стереотипы, да, но я думаю, что возможно все изменить. Слушай, ну вот ты говоришь сейчас про Америку, у меня отсюда возникает вопрос, он такой простой достаточно, но правда интересный, я его всем практически задаю, из зарубежных артистов, слушай, давай вот так вот, такой объемный сделаю вопрос, кто тебе интересен, там не буду говорить, кто кумиры, да, а кто тебе интересен, может быть, с кем бы, ну так, гипотетически, ты бы хотел сделать какую-нибудь коллаборацию такую, да, вот из известных артистов, может быть, неизвестных, есть такие имена, не наши зарубежные, а может и наши. Я поняла, на самом деле, вот у меня есть, у меня много любимых групп, я которые слушаю там на протяжении многих лет, слежу за всеми релизами, но вот в последнее время мне очень нравится группа, которую я услышала, ну я уже, ну как мне кажется, это уже я год про это рассказываю, но до сих пор она у меня в топе. Она называется Hiatus, это британская, британский бэнд, электронный. И мне посчастливилось увидеть их вживую на фестивале, я была в марте на фестивале в Остине, в Техасе, South By. Они тоже были участниками этого фестиваля и выступали там в рамках South By. Вот, выступали в церкви, и ну это просто что-то, какой-то такой нереально. Вот у меня еще пока ни один, наверное, концерт. Хотя нет, есть еще один концерт, сейчас я про него расскажу. Вот по ощущениям, это просто настолько было мощно, круто, когда я знала эту группу, которая она, ну, прям совсем только образовалась. А как называется, ты говоришь? Hiatus. Слушай, мне стыдно сейчас стало. Я про них ничего не слышал. Они, вот, это электронная музыка? Да. Вообще странно, электронщина в Техасе еще и в церкви. Да. Это вещь несовместимая, да, мне кажется. Ну, в общем, знаешь группу Portishead? Ну, конечно. Вот это... что-то по духу похожее. Вот я прям огромный фанат Portishead, но, к сожалению, ничего нового не выпускает. Приходится давно следить, уже, да. следить и слушать пластинки того, что... тех трех альбомов, которые у них были. Вот. Но вот эта группа, она по... не по стилю... ну, по стилю, может быть, немножко что-то там трип-хопово такое проскакивает, вот. Но по духу, по атмосфере...
То есть Portis Head нашего времени. Вот, вот что-то такое. Но это все-таки, в любом случае, это не массовая музыка, да, все равно. Ну, а вот небольшое не количество. Вот, у нас, во всяком вот случае. Не знаю. Но они приезжают или уже приезжали, или в сентябре приедут в Россию, но будут играть только в Питере. Вот угу. В Москве почему-то концерт не анонсировали, возможно, я не знаю. Но как-то вот. Многие, например, считают, что Portis Head, ну, вот там услышат, ой, что-то как-то не может эта группа там что-то собирать, какая-то она не массовая. Потом смотрят фестиваль, на котором там, не знаю, 30 тысяч человек, и нифига себе. То есть поклонников, например, у Portis Head очень много. Вот когда я начала Хайла слушать, я тоже думала, что практически нет аудитории у этой группы. Но судя по фестивалю South By и судя по тому, что по туру, которая у них сейчас проходит. То есть, мне кажется, прямо они очень круто набирают обороты. Слушай, нам сделать надо небольшой перерыв. Хорошо. Мне очень жаль, но придется это Хорошо. Сделать. У нас столько разговоров про музыку жить будет. Это круто, мне кажется. Будет. Друзья, скоро вернемся и продолжим. Будьте здесь. Первый и единственный в России. Самый яркий. Самый музыкальный. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один. На всю страну. А, друзья, доброе утро. Напомню, в гостях у нас сегодня группа Aspen в лице, как мы договорились, фронтвумен. Да. Фронтвумен, так будет правильно. Кристин, доброе утро. Доброе утро. Слушай, у нас с тобой разговор продолжается бесконечно. Я, честно говоря, сейчас уже не помню, о чем мы с тобой говорили в эфире. В эфире о чем говорили, пока звучала песня. Мы закончили на группе из Техаса. Это британская группа. Ну, британская, которая выступала в Техасе. И вторая еще какое-то, да, явление, которое на тебя произвело впечатление большое. Да, я хотела рассказать о том, что я просто начала говорить про том, что Хайлас произвел меня впечатление в плане лайва, да, но потом вспомнил, что после этого я еще была в Лужниках на концерте Мьюз. Вот это уже ближе к нам. Да. Что вообще не планировал. Ну, я как бы хотела туда пойти, но как бы не планировала. Ты первый раз была на них? Да, я была первый раз. Мне ребята все рассказывают, что это очень круто, классно и так далее. То есть, ну, мне нравится Мьюз, но не то, что прям грубый фанат такой, да, который следит за... Нет, я слежу за всеми релизами, но не то, чтобы прям вот очень внимательно. Угу. Вот, но у моей одной подруги остался лишний билет, и когда то есть уже начался концерт, она такая: приезжай. И я просто все кинула, в чем дома ходила, побежала. Я настолько впечатлена просто масштабом и качеством того, что там происходило, потому что до этого я буквально там 2-3 недели до этого была на Bon Jovi, хотя вот я вот фанат Bon Jovi, прям так с самого детства. Ну, не то, чтобы я сейчас слушаю, Слушай, да? Неожиданно сейчас, блядь, мне казалось, что не, наверное... Ну, вот прям Bon Jovi для меня, вот он такое что-то прям, я не знаю, вот прям настолько классически американское из детства, вот я вот не знаю, то, что я когда увидела, что у них тур, и они ни разу уже... Ты была на концерте? Да, естественно. Ты согласна с мнением, что сам Джон Bon Jovi стал петь, ну, не буду говорить, хуже, но стал петь не так, как пел 20 лет назад? Ну, это логично, ведь все имеет свойство изнашиваться, да, и он же не такой гладкий на лицо, как был 20 лет назад, это понятно, тоже, это да? Это естественная причина, да. Ну, то есть это же и так и с голосом, ничего такого, то есть это же все, организм, он стареет и изнашивается, это абсолютно нормальный процесс. Но вот звук мне не понравился абсолютно на Bon Jovi, и я даже песни, которые там не знала, я вообще не понимала ни тональность, ни ритм, вообще так вот как каша какая-то вот такая происходила. Может, это было неудачное место просто? А где это, в Лужниках было? Да, в Лужниках тоже. Может быть, было неудачное место, я не знаю, но как-то, но качество воспроизведения музыкантов, то есть это вообще прям, конечно, уровень очень крутой, но у Мьюз это, возможно, это просто более современно, я понимаю, да, у них шоу, которое они обкатывают, катаются, а вот из Bon Jovi такое ощущение, что просто сделали какой-то там видеоряд и поехали деньги зарабатывать. Вот такое у меня было ощущение. Я был на Мьюз не в этот раз, а прошлый. На чуть-чуть концерта застал, и я привозил дочку. И, ну, это было очень круто. Да, то есть уровень это просто... Там круто. Вообще ни к чему не придраться. Вот настолько там... Ну, может нравиться, может не... Но я даже не знаю, вот тем, наверное, кому даже не нравится, если они туда попадут, настолько атмосфера людей и того, что вокруг происходит. Вот, то есть люди сделали это шоу с огромной любовью, это видно, с огромным качеством. То есть у них вот они, например, там выступают в Москве, через 4 дня у них там в Варшаве, например, концерт, да, и они там за 4 дня начинают уже сцену выстраивать. То есть они возят с собой там два состава сцены, у них настолько вот это все кипит, процесс, ну это прям вообще шикарно. Слушай, я это вообще не мог никогда понять, честно говоря, как вот сегодня у тебя здесь концерт, завтра еще где-то, да, известные там от Металлики, там, я не знаю, там Юз до тех же, да? Mm-hmm. То есть как они до сих пор на сцену выходят? Это нереальное количество. Но они же ради этого живут, это музыканты, но они же не занимаются другими делами какими-то. Они же не таскают порталы всякие там. Ну, например, да. Как вариант. Они же могут позволить. У нас же сегодня большой информационный повод. У нас премьера
песни. Да. Премьера песни, которая состоится совсем скоро. Мы посмотрим клип, это будет лирик. Это будет лирик-видео, это даже будет, да, не клип, это будет просто лирик-видео. Официальное, кстати, видео ожидается, вы будете ожидается, снимать? Ожидается, да, будем его делать. Но опять же, все упирается в средства и возможности, и время. Тоже идея опять глобальная, и не хочется снимать лишь бы что, поэтому мы чуть-чуть отложили съемку клипа, и мы ее сделаем попозже. Но сделаем. Я хотел, чтобы ты сама рассказала об этой песне немножечко. Вот как она появилась, почему она появилась, и довольны ли вы результатом? Песня называется «Кто-то другой». Ну, я начну с конца. Результатом я очень довольна, хотя есть, конечно, моменты, которые бы хотелось там перепеть, чуть-чуть здесь погромче, чуть-чуть там пересвести, может быть, еще что-то, да. Но это такой вечный процесс. Это бесконечная история. И надо вовремя уметь остановиться, потому что иначе так можно никогда ничего не выпустить и нигде не выступить и ничего не показать никому. Вот. И что касается... Делали мы долго достаточно этот трек. И что касается и записи, и придумывания. А дело недолго, почему? Тяжело шел сам процесс? Нет, или нет, все время вы пытались что-то переделать? Да. Или не могли договориться друг с другом? Нет, как не то, что не происходит? Могли договориться, просто хотели сделать сначала, ну, мы сделаем, отложим, послушаем, сделаем, отложим, послушаем, да? То есть не хотели и не торопиться, то есть чтобы не пороть, да, горячку, а потом переживать, например, да? Ну, какие-то осознанные такие более решения хотели сделать. А вот это было утром просыпаешься и слушаешь, блин... Ужасно или хорошо? Было такое, что там, например, вечером такие встретились, все классно там поделали. Утром я такая слушаю с телефон, думаю, ну зачем? Ну как это возможно? Зачем мы это сделали? Но потом вечером опять слушаю, думаю, ой, как круто-то вообще. На самом деле этот трек пришел ко мне вообще просто очень быстро. Я не планировала что-то там писать специально. Автор ты его? Да. И музыка, и текст? Ну, аранжировку мы все вместе делали. Ну, это понятно, это коллективное творчество. Да, ну, что касается вот голосовой мелодии и того, что я воспроизвожу текстом, это мое. В общем, я сидела, пила кофе, там, не знаю, смотрела сериал, что-то там вообще какое-то отвлеченное дело. И потом такая чувствую, так, какая-то мелодия, такая, думаю, нифига себе, какая она прикольная. Пошла, села за инструмент, и сразу уже с текстом у меня произошел припев. Вот я вот обожаю такие моменты. У меня есть несколько треков, которые тоже так были написаны. То есть припев приходит из квантового поля сразу. Но ты фиксируешь это сразу? Конечно. Потому что если не запишешь, ты думаешь, никогда не забуду, проходит несколько часов, ты думаешь, все. Это я знаю, это уже история, конечно. Нет, у меня постоянно диктофон, там куча записей, которые постоянно я веду, постоянно какие-то записки, заметки. Я потому что знаю, что если не запишешь, то все. Но, а с другой стороны, если оно настолько крутое, ты это не забудешь. Вот и такой момент тоже может быть. Вот, ну и потом долгая история была с куплетом, все опять нудно. Но вот, в общем, припев был прям сразу, и я поняла, что это он. Я ребятам показала, они такие, ой, круто, да, классная мелодия, давай делать. Слушай, ну давай прямо сейчас уже, это же премьера. Да, в эфире премьера, он не звучал никогда. Он в эфире не звучал никогда. Как мы обычно говорим, эксклюзивная премьера, на телерадиоканале «Страна». Да, и плюс еще он не вышел на всех цифровых площадках, он в течение дня будет подгружаться, поэтому... Это сегодня вот день премьеры, 29 августа, да, как раз, да. То есть я не могу сказать, что релиз уже произошел, потому что вот сейчас мы его поставим, и вот релиз будет происходить в течение дня, и, наверное, уже к вечеру подгрузится уже везде. То есть мы прям делаем старт вот сейчас в эти секунды. Это круто, на самом деле. Спасибо тебе за это большое. Ну что, группа «Аспен» и песни «Кто-то другой» прямо сейчас. Большая премьера. Давайте смотреть и слушать. Поехали. Слушай, смотри. Телерадиоканал «Страна FM». Друзья, еще раз доброе утро всем. Кристина из группы «Аспен» сегодня у нас в гостях. Ну, я тебя еще раз хочу поздравить с выходом этой песни. Спасибо большое. С релизом нового трека. Называется он «Кто-то другой». И спасибо вам, что это произошло у нас здесь, спасибо на телерадиоканале «Страна FM». Это прекрасно, мне кажется. Давай поговорим по поводу концертов, по поводу тура. Да. Это же тур по России у вас будет, да? Продолжаться он будет месяц, да? Даже чуть побольше. На самом деле, примерно, понятно, что точно трудно сказать. Он у нас распластался на 2 месяца. Так, в нем 11 концертов будет. 11 городов. Начинаем мы 5 сентября в городе Воронеж и заканчиваем 18 октября в городе Москве. Сначала мы поедем в южную связку, это Воронеж, Ростов, Краснодар, Анапа. Потом Рязань, Пенза, Самара в сентябре тоже. И на октябрь у нас запланировано Ижевск, Екатеринбург, Питер и Москва как раз. Ну, прям для юга хорошее время вы выбрали. Бархатный сезон. Надеемся, да. Может быть, там чего-нибудь тоже достанем. Да, безусловно, конечно. Но это будут клубные концерты, да? Или какие-то open-air туда тоже? Нет,
подходит. Это клубные опен-эйры уже прошли, да, теперь время клубных концертов. Вот. Надеемся, что все пройдет очень классно, потому что готовим отличную программу. Очень интересно должно быть. Некоторые песни мы как-то будем в новом варианте их показывать, да. И ждем всех, вот если из Москвы кто слушает, в клубе «Правда» 18 октября и в Питере в «Акакао». Это какого числа в Питере известно? 13 октября. Уже все даты уже известны давно. И в Москве уже ничего не поменяется? То есть ничего можно... не поменяется. В соцсетях, да, есть информация, конечно, по этому поводу? Конечно, кто, да, не знает, чтобы, да, зайти, да, посмотреть, да, где, когда, конечно, вас можно будет увидеть. Конечно, все есть во всех соцсетях. Везде ссылки на покупку билетов, везде афиши висят. Так что стараемся максимально, чтобы... Заходите, это... независимо, да, от того, где Анапа, да, Воронеж, что там еще, да? Ну, первый сейчас, когда Воронеж, Ростов, Краснодар, Анапа. Вот кто там сейчас находится, да, или кто поедет из других городов, там из Москвы, из Питера, туда обязательно сходите на концерт. Потому что я знаю, что многие люди вот в сентябре в начале отдыхать едут к нам на юг, да? И... Ну, в Анапу точно куча народу поедет. В Анапу, думаю, что да. Думаю, что там, да. Поэтому... Программа уже сейчас готова, она уже, да, все отрепетирована. Но мы в процессе еще репетируем. Вот я по поводу процесса хотел спросить. Всегда ли одни и те же песни звучат одинаково на разных концертах? Или есть там какая-то доля импровизации, ну, чего-то доля неожиданного? Доля импровизации есть всегда. Даже если мы играем точно, что запланировано, всегда есть какой-то момент, когда где-то прыгнул не так, что-то произошло не так, да, или еще хочется как-то по-другому. Ну, то есть, я думаю, что мы стараемся, конечно, следовать студийным записям на концертах, да, но всегда импровизация имеет место быть. И, но если это мы запланированы импровизацией, то мы запланированно репетируем до. А бывает запланированная импровизация? Ну, да, конечно. Ну, это как хорошая шутка, заранее подготовленная, ну, конечно, шутка, да, это, да, вот из, да, этой, конечно, серии. Конечно. Импровизация, мне кажется, это экспромтом импровизация может получиться очень редко хорошо, поэтому все, что звучит по-новому, оно, скорее всего, хорошо отрепетировано. Ну вот скажи мне, на концертах ты больше устаешь или больше отдыхаешь? Это глуповатый вопрос, а но я не правда могу интересно. Сказать даже, что это как-то я устаю или я отдыхаю. Вот какое-то другое ощущение. Же получаешь кучу энергии, ну, конечно, от, да, от публики, конечно. Это которая вот, пришла. Вот, да, это вот, то есть если там один концерт в месяц, то ты весь месяц вот думаешь, вот сейчас концерт, вот сейчас концерт, вот сейчас концерт. Потом концерт закончился, такой, ну, как-то это вот все время жизни, да, проходит от концерта к концерту, от репетиции к репетиции, от записи к записи. То есть вот какие-то такие насечки, грубо говоря, да, на линии. Так, вот сейчас вот это, у меня сейчас вот это. Ну вот, слушай, ты человек абсолютно музыкальный на все 100%. Ну, я не хочу говорить слово «хобби», как-то мне стыдно его произносить, это слишком глупо будет звучать. Но все-таки, помимо музыки, вот какие вещи тебя расслабляют, помогают как-то оторваться от каких-то проблем? Где ты чувствуешь себя комфортно еще, помимо музыкальных всяких дел? Абсолютно много где, абсолютно. То есть я, ну, если вопрос в том, что я люблю еще делать помимо музыки, да, то, наверное, это чтение книг, просмотр всяких разных сериалов, фильмов и так далее, да, и я большой фанат природы. То есть все, что касается, ну, не отдыха с шашлыками, алкоголем, это вот мне не очень нравится, да, а вот уединение, и когда ты просто там сидишь, не знаю, даже медитируешь и слушаешь пение птиц и так далее, возможно, это уже какой-то такой с возрастом приходит, да, а возможно, наверное, и нет. То есть я вот фанат вот именно всего натурального в природе, да, то есть принятие себя как частичку глобального чего-то, да, общего. Вот. Смотри, по поводу натуральности, ты говорил про сериалы, да, про фильм, про сериалы не буду спрашивать, их слишком много. А конкретный фильм «Богемская рапсодия», для тебя это натуральная история получилась или искусственная? Потому что все разделились, да, на две части. Одни говорят, прям невозможно, как круто, вторая половина говорит, ну... Нет, не могу сказать, что невозможно, как круто. Я ждала ее очень долго, эту премьеру, потому что я фанат Фредди Меркьюри, вот, и я думала, что много ставила, наверное. Может быть, из-за того, что мои ожидания были завышены, и в итоге фильм, ну, то есть чего ждала, там не увидела, или там, да, как-то увидела что-то другое, поэтому мне не могу сказать, что понравилось очень сильно, но вот если сравнивать два фильма там музыкальных, да, которые... Кристин, прям 10 секундочек, у нас как-то время быстро очень, мы с тобой немного говорим. Хорошо, тогда я примкну к тем, кому не понравилось. А, вот даже, да, ну, слушай, даже неожиданно вот так, да, было. Ну, хорошо, слушай, надо пересмотреть, может быть, я тоже найду, что не помню, мне очень понравилось. Друзья, Кристина из группы «Асмен» была у нас в гостях, еще раз с премьерой. Спасибо и тебя, большое. И весь коллектив. Спасибо. Дальнейших творческих успехов, спасибо, как обычно говорят. И приходите к нам, пожалуйста, хорошо, еще. Все, друзья, с вами прощаюсь тоже, до завтра. Пока. Слушай, смотри. Телерадио.